Всем здравствуйте! Сегодня у нас 3 марта 2023 год, Одесса. Сегодня у нас пятница. Пятница, Игорь Сергеевич? Включайтесь в работу. Мы проходим мимо Макдональдса. Опять число отменяли. Сказали уже в марте, в конце марта уже будут открывать. В общем, придумывают разные числа, когда будет работать Макдональдс. Ладно, отвлеклись. Что у нас сегодня? У нас сегодня неплохая погода, можно так сказать. Солнышко есть. На градуснике сколько было, ты не смотрел? О, зеленый, пошли. Сколько на градуснике? Не смотрел? 6 утра было 0. А. Наверное, градусов 5. Да. Вчера вечером у нас была воздушная тревога, недолго. Вот минут 20, как мне показалось. Потом... Сейчас пройдем через дорогу. Сегодня утром тоже была воздушная тревога. Когда она закончилась, я не видела и не слышала. Ну, так можно было там пойти, чтобы так долго стоять. Также, что у нас, какие новости за Одессу. У нас вчера было в Одесском исполкоме было специальное собрание. Решался вопрос о переименовании районов Суворовский и Малиновский. Значит, предположительно, Суворовский район хотят назвать Пересепским. А Малиновский хотят назвать Хаджибеевским. Это предположительно, потому что предлагалось несколько вариантов. Я уже слышала, кто-то говорят, что Суворовский район хотят назвать Николаевским. Я слышала Пересепским. Также я знаю информацию, я читала, что до 1924 года Пересепи и Слободка, потому что поселок Котовского тогда не было, был Пересепский Слободской район. Ну, поэтому логично назвать Пересепский, правильно? Как мне кажется. Также решался вопрос о переименовании улиц. Вчера решили, какие улицы будут переименовываться. В основном все улицы не в центре города. Улицу Екатерининскую и площадь Екатерининскую, и также Потемкинскую лестницу переименовывать не будут. Так как улица и площадь Екатерининская названы не в честь царицы Екатерины. Я это неоднократно говорила, рассказывала в Ютубе и в Телеграме, в нашем канале, который называется «Одесские прогулки». Ссылку и название я выставляю под видео. Улица и площадь Екатерининская названа в честь святой Екатерины. На доме есть, там на площади, на доме есть вывеска. На ней написано... Табличка. На ней написано... В честь кого и почему названы эти улицы и площадь. Фу, шла, говорила на одном дыхании. Тяжело говорить. Что еще я хотела сказать? Напомни мне, пожалуйста. Я же тебе рассказывала, что я хочу говорить. Ты хотела. И так, все хорошо, понятно.
Мы вчера рассказывали за улицу Приморскую, что открыли, и сказали, что будет ехать трамвай, там троллейбус, там всегда ходил 10-й троллейбус, но троллейбус там ходить не будет, и сейчас еще не ходит, когда будет ходить, неизвестно. Эту улицу открыли в связи с тем, чтобы могли разгрузить центр города. Да, разгрузить центр города, и машины могли ехать по той улице. И там нельзя останавливаться нельзя машинам, и нельзя ходить людям. Открыли только для проезда. Что еще? Что вчера люди увидели, что на Приморском бульваре была включена полностью иллюминация. Кто помнит, вечером на Приморском бульваре всегда включали разноцветную иллюминацию, которая была на деревьях, мигала, такая вся красивая. Вот вчера она была включена. Все удивились, конечно, задавались вопросом, почему и как. Там нету пешеходного перехода. Тут все экономят, говорят, ну ты экономите, вдруг включили. Ну, может быть, это с целью что-то, может быть, проверяют. Хотели проверить, я так думаю. Потому что... А, может быть, хотят Приморский бульвар открыть? Хотя... Да. Хотя, не знаю, если кто не знает, Приморский бульвар закрытый. Там ходить и ездить не разрешено. Он перекрыт полностью. Да, также меня просили вчера показывать курс доллара. Мы не можем сейчас показывать курс доллара на Ютубе, но мы его показываем на нашем канале Telegram. Повторяюсь, он называется «Одесские прогулки». Под видео я выставляю название и ссылку нашего канала. Буквально вчера мы сняли и показали курс доллара. Раньше висели табло с курсом доллара, а сейчас его на обменниках, да. А сейчас это можно увидеть только на банках. И то не всегда. Это надо заходить. Где мы видим, мы снимаем. Где не видим, говорим, что увидели, когда люди меняют, там в окошечке, возле окошечка обменника пишется, сколько доллар и евро, ну, сколько валюта, я имею в виду. Ой, что это такое? И львы, и обезьянка. Ну, обезьяны просто так для шахматы, а львы красивые. Да, интересно. Также еще, знаете, что в городе очень много... Вот эти, как они называются, рекламные щиты большие. Да, бейсборды. Бейсборды, да, они называются. Вот хотят, и мэр сказал, что очень портят вид города. И хотят как бы от них избавляться. Так. Хотят от них избавляться. Ну что, вот так снимать опять? Ну там по все время ходим. Ну что ж такое? Ирочка, мы там не были. Да? Были. Вот там были. Они же доход приносят город. Ну я не знаю, видишь, сейчас они все пустые в основном. Видел? Сейчас нет на них рекламы. Ну да. Они чистые. Ну вот, что-то, наверное, изменилось, я не знаю. Может быть, они пока временно просто стоят, не будут, может быть, снимать, они будут стоять вот такие белые, закрытые, не знаю. Сейчас хорошо ходят трамваи, троллейбусы, достаточно машин. И на маршруте прилично ходит транспорта. Так.
Высокого. Удивительно, компания Будова. О, смотри, котяра. О, я его не видела. Надо его снять получше. Показать. Кися. Как это я тебя не видела? Ведь ты такой красивый. Смотрите, какой котяра. Игорь Сергеевич, идите здесь, встретьте меня. Рыжик. Как, рыжик? Ясно. Вот. Табличка, кто назвал и кто сделал. Ясно. А кто сделал? Не пчел? Очки одевали. Да, слепеньки. Без очков не видно. Приятная сегодня погода. Можно не спеша прогуливаться. Смотреть на город. Ну, ночью ноль это. Ну да, март, не зря же говорят, марток, надевай 7 порток. Ну, днем уже плюс, уже хорошо. Плюс еще, когда солнышко видно, так вообще шикарно. Видите, вот эти современные. Это тоже Кадор, да? Да. Это центр какой-то, да, наверное? Непонятно, да? Наверное, бизнес-центр. Такое ощущение, что он пустой. Или это мне кажется? Вон вверху, видите, Кадор Гроуп. Да. Ну, его написано продажа. Продажа невыхомости. Да? Или фирмы, или в этом же продают. Не знаю. А вон аренда. А, ну это видно, каждое здание или помещение сдается в аренду. Или как? Я сегодня был на химической, меня поразило одно. Там есть заправка с солярки. 43 гривны 50 копеек за литр. А что тебя поразило? Потому что везде 50, 49. А, вот. То есть она дешевая, ты хочешь сказать? Да. И так я смотрю, одна машинка подъехала, заправила, вторая. Ну, получается, кто знает, вот ты выдал уже тайну. Да, ну так люди, может быть, не знают. Ну, тоже, если человек живет на фонтане, что он поедет на химическую. Преимущественно химическая, смотря сколько заправить. Это же какая разница. А сейчас же хотят сделать, чтобы заправляться только по карточкам. Слышал такое, да? Ну, они уже начали, но... Откуда ты знаешь? Ну, я это вот. По карточкам я имею в виду... Заправки еще карточки дают. Нет, карточку я имею в виду банковская, по банковской карточке. Нет, так же, как и алкоголь. И да, и алкоголь, сигареты, и бензин, да, это тоже. Я слышу, да. И бензин тоже, да, хотят сделать по банковским карточкам. Я... Безналичных, да? Да, да. Ну, что, типа, что. Легче контролировать. Да, сколько у них, что они так, если не по банковским карточкам, а за наличку, то как бы. Можно делать химийные куры. Ну, я так поняла, да, но да. Как, что на самом деле имеется в виду, то я не знаю. Ну, что, наверное, будем заканчивать. Чего? Ну, нам магазин надо. Ну и что? Так пойдем в другой. Это Игорь имеет в виду, есть такие магазины. Ева, Простор, что туда нам надо. Ну, их очень много, можно пойти... В другой. Ой, что это за музыка?
это такой дворик. Ну хорошо, если ты не хочешь больше ничего сказать. Ты так интересно рассказываешь. Скажи еще что-то. Ну скажи. Ну пожалуйста. Ой, ласточка. Ну хорошо. Сейчас. А, знаешь, что еще вспомнила? А что? Подожди. Собачки. Ой, какая прелесть. Красотули какие. Ласки. Так смотрит внимательно, я боюсь. Вспомнила и забыла. Кому-то подарили генераторы, а кому я не помню. Ничего себе склероз, да? Да, хорошо. Точно надо заканчивать. Ладно, спасибо всем, что к нам заходите, пишите комментарии. Мы вам очень благодарны. Будьте нам здоровы, берегите себя. И пускай у всех наступит завтра.